18 марта в Национальном музее открылась выставка «Песня о земле родной». Она посвящена 95-летию со дня рождения народного художника РСФСР Бурятии Александры Сахаровской. Ее работы очень глубокие и содержательные. Как говорит Людмила Церенимаева, она одна из немногих, кто сумел в своем творчестве отобразить благодатное время второго поколения. Гравюра, акварель, гуашь. Талант художницы позволял ей не ограничиваться лишь одним жанром. Но в самом начале творческого пути ее стихией стала графика. Не всегда черно-белая, но всегда с сюжетом. Выставка ее, а она впервые сделала такую свою персональную выставку в 60 лет, только уже будучи очень известной, знаменитой на весь Советский Союз, но это еще было в те советские времена. Вот, но после этого периодические выставки открываются, и каждый раз это событие по-настоящему праздничное. Работы Сахаровской находятся в фондах Третьяковской галереи, Русского музея, музея имени Пушкина, но большая часть – Национального музея Бурятии. Ее самые известные серии – ГСР, «Моя Бурятия», «История моего народа». Художница ушла из жизни 18 лет назад, оставив после себя особый стиль в картинах. Как говорит Людмила Церенимаева, все творчество художницы – это стремление к идеальному воплощению своих замыслов.